Женщина спросила, говорю, где наш грош? Ну, когда ты вот такую машину купишь? Вот как справа, глянь, Саш. Вот такую, когда у тебя будут такие вот машины? Мне не надо, мне так... А? У меня 4 таких. О, таких. Не таких, а вот. А почему тебе не надо? Вот именно такая машина вот. Ну, если на такой буду жрать, то весь город затрясется. Землетрясение будет. Ну, конечно. А ты знаешь, помнишь, что я тебе передал, что, о, земля перевернется. Ну, вот. Да. Это все американцы запугивают всех людей. Да. Да, послушай меня внимательно. Скоро этот свет кончится. Да, говорят, 23-го будет августа. Все сгорит. Тихо, тихо. Все сгорит, пора спать. Ничего, никто не сгорит. Нет. Ну, а ты видишь? Знаешь, сколько книг люди читают, книги читают. А что они... Забивают только голову себе. Они убивают, они своих детей еще тупыми делают. Книга книги рознь, да? Не говори. Когда у тебя такая будет машина? Когда вот как это? Когда? Ну когда? Ну, у меня машина. У меня 4 машины. Ты их заставляешь вот этих владельцев машин, чтобы они пересели на твои коляски. Бензин сейчас подорожал, бензин. Пускай. Уже с сегодняшнего дня на 10% подорожал бензин. Ужас. Да, морякам надо платить. Потому что они добывают и морякам, и прочим. Крутись на стороне. Твоя любимая фраза. Крутись на стороне. Легко крутись.